Стадион «Динамо» в Березовой роще Красноярска реконструируют. Сегодня на месте, где в 80-е годы прошлого века проходила спартакиада СССР, запустение. А в случае утверждения финансирования появится современный спортивный объект с ареной на 500 зрителей и двумя футбольными полями. Не забудут и про лыжников. Кроме того, в проекте предусмотрен большой павильон с раздевалками и душевыми и парковка на 50 мест. Как утверждают в «Красспорте», при строительстве ни одно дерево вырублено не будет. Точных сроков реконструкции пока нет.